Добрый день! Вы на планете Агро, канал любителей сада и огорода. Удобрение для помидоров, баклажанов и перца. Производитель «Чистый лист». Данное удобрение увеличивает урожайность и качество овощной продукции, а именно размер, форму и цвет плодов. Улучшает вкусовые показатели плодов овощной продукции и повышает содержание в ней питательных веществ. Обеспечивает растению полноценное питание, компенсирует дефицит макро- и микроэлементов. Норма внесения. Для корневой подкормки необходимо 3 мерные ложки растворить 10 литров воды. Поливать необходимо под куст каждые 15-16 дней. Для внекорневой подкормки необходимо 2 мерные ложки растворить в 9 литрах воды и обрабатывать вместе вечером. Данное удобрение необходимо использовать при температуре не ниже 10 градусов тепла. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, дальше будет больше интересного.